Сегодня у нас будет малоизвестное эффективное народное средство. Значит, что нам нужно? Нам нужно мумиё в любом виде. В таблетках оно продается в аптеке, по крайней мере, в нашей стране. Дальше. И нужно купить серу. Желтую серу. А ее можно купить в интернете. Набираете купить желтую серу или купить серу. И смотрите в своей стране с доставкой, где ее можно купить. У нас даже продается на базаре, где там продают хозяйственные все дела, мел там и так далее, и так далее. Можно серу купить. В общем, в любом случае ее можно достать. Очищенная желтая сера. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Если вы купили мумиё в таблетках, оно примерно по 0,2 грамма. Посмотрите на таблетках. В общем, нам нужно 2 грамма, то есть 10 этих таблеток по 0,2. Если вы куском где-то достали мумиё, взвесьте его, нам нужно 2 грамма мумиё. Берем небольшое количество воды, небольшое, не знаю, там 10-20 миллилитров. И пытаемся растворить все эти таблетки в этой воде. Они будут очень-очень долго растворяться. Не знаю, 5 часов и больше, возможно. Потихоньку, не спеша, вот так двигаем. Раз, оставили на полчасика, опять пришли. Берем такую маленькую пиалу, немножко просто наливаем кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры, и бросаем туда все эти таблетки или цельное мумиё. И просто, не спеша, все пытаемся и в итоге все это растворяем. Получится такая пастообразная масса. Дальше нужно взять нашу серу и растереть ее. Нам нужна 1 чайная ложка. Берем 1 чайную ложку серы и добавляем в нашу вот эту пастообразную массу мумиё и воды. Идеально все перемешиваем. Все, это наша, так сказать, мазь. Для втирания. Берем, принимаем ванну. Идеально это делать, в принципе, вечером. Принимаем ванну, то есть вы, получается, немножечко распарены. И потом осторожно пальчиками берем эту массу и начинаем втирать полностью в проблемную зону на пояснице. Если отдает куда-то, например, в ягодицу или в ногу, то же самое втираем еще ниже в это место. В общем, захватите побольше пространства, так сказать. Проблемная зона и где-то еще чуть-чуть вокруг. Просто берем осторожно и втираем массажными движениями, хорошо втираем. Где-то 1-2 минуты, больше не надо. Все должно просто высохнуть. В таком состоянии можно ходить, можно даже ложиться спать. Утром или через несколько часов просто берем, хорошо все смываем. Такую процедуру необходимо делать один раз в день, желательно вечером, до наступления результатов. Эффективнее будет чередовать с каким-то еще другим моим рецептом. Вот такой отличный, малоизвестный народный рецептик на сегодня я вам и поведал. Если вам нравятся мои рецепты, поддержите меня. Поставьте пальчик вверх, поделитесь с друзьями полезными видео, напишите мне маленький комментарий, даже просто слово спасибо. Это будет мне очень приятно. Будьте здоровы и до новых встреч!